Йоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Муншейдис. Я сейчас вот зашел к кузнецу, решил у него все-таки... Это второй, который кузнец, решил у него купить карту катакомб. А в катакомбы... проклятые катакомбы, по-моему. Ой, нет, не сюда. Проклятые катакомбы, да. А туда нам попасть из туннелей отрекшихся. Там, где мы босса убивали. О, здорово. Оу, привет. Здорово. Я так рад вас... Ух ты ж, слиток дал. Так, мне сюда. Посмотрим, побегаем там с картой. Я что-то раньше не замечал, что это та самая нужная мне карта. Может, она что нам, блин, покажет? Что-то же там должно быть. Путь дальше. Так. О, здорово. Да блин, чё ты не дохнешь сразу? Походил несколько раз... Как она называется? В безумную арену. Набрал как раз 23 левел. То есть теперь-то... Теперь я могу брать... Квесты в Таргароне. Так, ну вот, проклятые катакомбы, да? Есть карта. Хорошо. Пилка. Не нужна. Ну ладно. Ага. Тут все. Все обыски. Да блин, что ты такой тупой, а? Почему я по тебе подойти не могу и не попадаю по тебе? А, ну там с левелом прокачал себе, чтобы враги промахивались. Я думаю, полезно будет. Тут еще боссы будут, потому что... Так, катакомбы здесь нашли. Но тут, по-моему, и ни хрена и не было. Мне просто в комментариях писали, что отсюда как-то должен быть путь дальше. Во, что-то странное, смотрите, секреточка. Вот она. Там вон еще одна рядом. Кольцо эпичное, еще странное. Еще страннее первого, да? И легендарочка. Доспех. На 12 левел. На 12 левел. Да иди в задницу. Так, купил я себе еще ячеек в сундук. Весь хлам туда выложил. Так, отсюда я пришел. Значит, мне можно, наверное, пойти сюда. А, вот это тоже будем использовать. Здорово. Ну да, тут и враги 12 левелы. Нет. Как-то отсюда пробраться можно. Куда-то дальше. Я уже даже и не помню, что тут было. Почему я не смог никуда дальше пройти? Вот, что за портал? Йо. Дикое место. Это босс опять. Так, мы здесь босса убивали. А я что-то думал там. Я уже вообще запутался конкретно. Так, на тебе промахи. Заряжай. Ярость уже проходит. Давай просто бьем. Он у меня слабый. Ну, здоровье дохренища. Вырос немножко. Так, а вот уже начинает сильнее, да, быть? Что-то начинает меня лупить. Эй. Дайте, выпустите. Кровотечение дебильное.
И он начинает убивать. Надо же, даже такого левела босс вызывает у меня, блин, проблемы. Да, а там кровотечение, смотрите, как херачит. А, я ей прокачал этот скилл. Подождите, я же ей прокачал скилл, который отрицательные эффекты снимает. Во, и не поставил. Да ну снимай с обоих. Все. Никаких, блин. На тебе, промахи. А, вылечился. Прикольно вылечился вообще, как всегда вообще. Он мне тоже промахи повесил. Ага. Ты же ее не убьешь. Давай, дохни. Ну, у тебя ничего не будет все равно. Ну вот хотя бы рука зомби. Уже что-то. А, так, они продолжают стрелять, да, эти ловушки? Руна Зэш. И тут ничего нету. Тут ни карты нету, ничего. Не нашли карту этого уровня. Вот здесь секретки глянуть. Нет. Ну, да, о чем может быть речь. Ладно, выходим. О. Делимся. Нужен ключ. Там все равно тупик. Труп обыскан. Гоу дальше, сюда. Ну, ребятки. Вот и все. Че, еще остался живой? Так, ну ладно, сейчас пока ищу. Что тут может еще быть? Слишком много на это времени уходит. А, сюда я как будто вообще не ходил. А почему? Бочка закрыта. Типа без карты я заблудился. Тут вот секретка. С какой-то стороны. Во, вот она. А вот и портал. Блин. Ё-моё, надо было только секретку найти. Надо было только купить карту. И не заблудиться здесь. Почему я вот этот проход всегда пропускал? Ну не всегда, а в тот раз. Новая заметка. Именно огры захватили Дарадин и перебили всех его героев. Свежие сердца их врагов смогут усмирить эти проклятые души. Принесите жертву, дабы утолить их жажду мести, и они помогут вам в вашем приключении. Проклятые катакомбы. Так, дальше пути нету. Секреток здесь нету. Так же, как и здесь нету. Есть какой-то портал. Зайдя в него, я попаду. Черт знает куда. Так, ладно, тут тупик. Ключ, конечно же. По-другому-то никак. И эта херня-то мне не помогла в прошлый раз. Секреты она и показывает. Так, статуя, да? Принесите жертву. Про эту статую меня спрашивали в комментариях, а я даже ее еще и не видел в глаза. Портал. Это уже хорошо. Сундук. Это нехорошо. Да, вот открылись проклятые катакомбы. Эх. Я, блин, ломал голову, качал там левел. Ух, нифига вас тут, народ. Так. Заметка. Сила кристалла спасения способна искупить давно совершенные корыстные деяния. Проклятые души требуют
этот редкий дар, дабы убедиться, что вы достаточно посвящены и сможете продолжить свою миссию. А у меня есть кристалл спасения. А где я его нашел, черт его знает. Наверное, где-то тут же нашел. В какой-то из секреток. Его, скорее всего, сюда надо принести в жертву. Что? Че встал-то? Дурень. Дурень, придурень. И вот, собственно, я могу тут вернуться обратно, да? Как так-то я пропустил этот проход в прошлый раз? Блин, я до сих пор понять не могу. Ну как я мог его пропустить, вот этот вот проход? И вот здесь, значит, я нифига не был. И вот здесь я нифига не был. Там секретка с какой-то другой стороны. А вот открывал я ее, не открывал. Надо такие вещи проверять сразу. Но сначала сюда. Здорово, ребята. Здорово. Я с твоими друзьями сейчас общался. Трупы. Пища зомби. И к чему мне это? Но это мне ни к чему, это просто так здесь. Так, go вон ту секретку проверим. Бежать не так долго. Вот она. Нет? Нет? Да. О, тут вообще открыто. А вот здесь что-то странное, вот. Офигеть. Просто пропустил. Вот еще кристалл спасения. О. Ого, у меня уже недостаточно места. Как такое может быть? Предметов понабрал. Выбрасываем. Ну, вернее, скармливаем. Так, один кристалл спасения у меня в инвентаре. Вот еще один. Так, сколько их надо-то? Песочные часы. Я тут всякого барахла. Элемент воздуха. Лазурная коричневая пластина. Вот это тут барахла я сейчас набрал. Открыто, 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 открыто. Так, ну и портал. В начало. Выкинул меня в начало. Проклятые души Дородида хотят ваших жертв. 4 таких волшебных символа, которые были бы достойны завоевать их лояльность и, возможно, ключи, чтобы открыть их последнее укрытие. А, 4 кристалла спасения? Подождите, у меня один? Редкий. Нет, они разные, да? Кристалл спасения эпичный. Чё? Не, походу, не кристалл спасения. Ха, зомбик. Так, тогда... А сюда что-то надо? На. Вы слышите какие-то движения? И? О. Пацаны. О, недостаточно места. Сюда кристалл спасения надо, народ. Вот в чем подвох. А если эпичный? Подождите, один кристалл... Вот они, ключи, блин. Один кристалл спасения у меня есть... Так, мне теперь до портала добежать тогда. В сундуке, по-моему. Надо его сразу забрать. Сейчас бахнем редкие. Ну вот и все, собственно. Путь продолжается дальше. Пойду своим ходом пока. Так, я там все дообыскивал, не? Здесь я обыскивал. Там он портал. Там обыскивал. Здесь, по-моему, зомби-трупы.
Охренеть, я столько голову ломал. Искал. А ты чё? Надпись на статуе гласит, что посеешь, то и пожнешь. Нет, подождите, я видел эту статую. Эту статую я видел. И тут как будто я раньше тоже бегал. О, ключ. Один ключ подошел вот сюда. Первый самый. Золото наручи. Еще ключ. Обычный. Откуда он хрен его знает? Надо где-то еще дверь искать. А тебе кристалл спасения не нужен, мать? Может, тебе тоже надо? На. И ей надо. А я что-то не понял, как это работает и для чего это вообще я делаю. Сейчас как засру все. Вы такие сильные. Дохни уже. Достижение. Так, 60 золота. И чё? Чё мы сейчас сделали? Блин, я хлама насобирал. Надо бежать в город. Ничего, кольцо нафиг. И это тоже. Но это можно продать, оно хоть дорогое. Череп скелета. И чё из этого получил? Там я хотя бы какие-то ключи собираю. А здесь я ничего не собираю. Ну-ка. Катакомбы, блин. А, кузнецу к обычному. Да, карта, конечно, решает. Сложить предметы в ящик. Где? Вот он. Ну-ка, сюда иди. Вот. Все. Это же это осколки. Это тоже не то. А то может где-то еще прячется. Так, а вот у меня есть вот такая. А, это куапская. Она куриванская руна у меня нету, ладно. А вот этого тоже шара. Ржавая пластина, что там? Ни одной ржавой пластины не было. А, ключ убрал, ключ обратно засунул. Ладно. Так, хлам продаем. Кузнецу. Потому что карты покупать оказывается круто. И плюс ачивки какие-то даются. Так, возвращаемся. Единственное, все враги сейчас снова восстановятся. Да пошли вы. О, взяли и померли. Так, а где у нас там был портал с секреткой? Ну, кстати, зомбарей-то мне надо. Мне руки зомби нужны. Вон портал, который меня выкинет в начало. Пустые. Так, портал. Ну-ка. На. Ничего. А, может на статую? Или вот так? На. Хотят ваших жертв. 4 таких волшебных символа. Или ключи. Так было написано. А вот этот ключ не отсюда? А-а. Может, тебе ключ? Ну, что-то надо? Может, пластину? На. Которые были бы достойны завоевать их лояльность и, возможно, ключи
чтобы открыть их последние укрытия. Так, что пишет дорогой дневник? Сила кристалла спасения способна искупить давно совершенные корыстные деяния. Проклятые души требуют этот редкий дар, чтобы убедиться, что вы достаточно посвящены, сможете продолжить свою миссию. Принесите жертву. Свежие сердца их врагов смогут усмирить эти проклятые души. Сердце огра есть. Нет, погнали к статуе тогда. А. А написано же было, ничего не произошло вроде. Или мне так показалось? О, что-то появилось. Ключ опять. А дальше? Еще сердце. А вот теперь ничего. Тут надо догадаться. Ключ не от этой двери. Теперь у меня два ключа, да? Жертвы. Кристалл спасения был. Так, может какие-нибудь... Может рука зомби? Ноу. Может быть... Глаз? Ноу. Сразу знал, что ноу. Монеты гоблинов? Нет. Сердце пробовали. Пластина? Нет. А сам ключ новый? Нет. Но эти я пробовал. А больше, собственно, пока нечего. Кролик кости я убрал. Если ключ не отсюда, то откуда? Где-то надо искать сейчас еще двери. Здорово. Перебить всех щенков этих. Вали. На. Так, по-моему, там вот где-то наверху была дверь, да, какая-то? Да, точно, там была дверь. Ага. Ох, и дебилизм, так дебилизм. Так, минус паучки. Это к боссу. А, вот дверь. Ну-ка, хрен. Офигеть. Да иди ты нафиг. Тут ничего. Так, ладно. Здесь проверили. Здесь одна дверь, она не открывается. Откуда ты взялся тут? Одна дверь, она не открывается. Это не надо сюда заходить. Вот сюда пойдемте. Так, тут мы все забрали. О, а ты разве здесь был? Не было тебя? Что ты тут делаешь? О! Тоже хрен. Там, кстати, такой проходик-то неплохой. Значит, вот этот один путь, который мне остается. А, вот сюда я еще. Сегодня, по-моему, вот сюда я не ходил. Ага, ходил. Здесь все вроде открыто, все обыскано. Ничего нету. А, здесь трупы зомби. А там, по-моему, дальше закрыто. А может и нет? По-моему, закрыто вроде. Или там как раз-таки еда зомби, да. Так, думай. Пойдемте к статуе. Попробуем сердце огра статуи в жертву принести. О, здоровья-то нету. Так. На. Появились враги. Ого! Вы кто, блин? Адская гончая. Что за ад? Мумии. Да? Да. О, хотя бы новые враги.
На. Все. Только она ничего, блин, не дает за это. То есть, можно еще одну. Зуб адской гончей. А если еще? Еще появляется. Это место фарма, что ли? Я понять не могу. Опять там мумия. Блин, промахи. Да идите в задницу. Книга. Лапская руна. Все не то, все не то, все не то. Пойдемте туда выше. Здесь просто обратно сейчас выйдем, но все равно надо проверить. Проверять надо каждый этот закоулок. Ни хрена. Два ключа, откуда они? Ты почему не умер? О! Нифига. Здесь я уже открывал. Опять тупик. Два ключа, которые никуда не подходят. Что-то надо еще дальше с книжкой с той делать. Что еще ей жертву приносить? Зуб, может? А, это руна. Я просто уже без понятия. А сюда, может, вообще что угодно можно в жертву принести. Вот, берем. Да, кстати, да. Это, видимо, я неправильные вещи в жертву приношу. Что посеешь, то и пожнешь. Что бы это значило? Надо дневник читать внимательнее. Сейчас я перепрочитаю еще раз. Отдельно от видео. Так, все, я увидел. Только кому дар? Дар книги? Или кому, блин, приносить дар? Песочные часы? Пыль времени нескончаемо течет сквозь вечные песочные часы. Проклятые души требуют этот дар, чтобы увидеть, достойны ли вы продолжать. И... способны зародиться в этих местах, способны зародиться синие грибы. Проклятые души требуют эту пищу, дабы позволить вам пройти. Синие грибы. Единственное, вот то, что до этого я приносил. И опять же, сейчас попробуем, конечно, книжки. Песочных часов у меня, по-моему, с собой нету. Ну да. Опять хлам. Ну, вон отсюда. Так, нужны песочные часы. Это опять придется возвращаться, и опять все воскреснут. Так. Синие грибы. На. Вы слышите какие-то движения? Держи. Сейчас будет еще какой-то ключ. Отвали ты нахрен. Так, ключ, а теперь за песочными часами, да? Потому что если что-то, что-либо другое я принесу в жертву, ничего ни хрена не будет. Ключ отсюда? Конечно. Конечно же, да! И почему я не прокачал себе портал? А есть скиллы-то? О! Очки навыков есть. Может, хоть кому-то прокачать? Ой, да ладно, нафиг. Побежал я пешочком. Вернулись. Тут никого. Песочные часы у меня с собой. А где они? А. На-ка.
Так. И что ты разворачиваться не хочешь? Критический удар. 831 урона, нифига. Так, еще ключ. Итого. 1, 2, 3. 3 ключа. 4 ключа. Один обычный, остальные редкие. Так, смотрим дневник. Песочные часы. Именно огры захватили Дородин, перебили. Свежие сердца их врагов смогут усмирить эти проклятые души. Принесите жертву. Сердце принесли. Сила кристалла спасения. Кристалл спасения принесли. Все, 4 ключа, которые должны мне открыть дверь. Один из них я уже использовал. 4 ключа, 4 запертых двери. Еще ключ. Классно. Так, там секретка у нас, значит, скрыта. Побежали по остальным тогда дверям. Да иди отсюда! Опять ты далеко стоял. Да явно так. Так, сначала сюда. Там, где были пауки. Я просто не понимаю. Ну, открою я все. А тут же дальше-то пути-то как такового нету. Вот с этой стороны где-то. Ну, не где-то, а вот здесь. Еще ключ. 20 самоцветов. Это приятно. Там ничего не было, правильно? Дебильные пауки! Чтоб вас! На! Да, там только паук. Все, уходим от него. Дебильные зомби! Чтоб вас! На! Так. Здесь открыли. Теперь. О! Во! Вот она, наверное, основная. Здесь длинный коридор. Еще. А вот он и путь, да? Я в четырех комнатах должен найти. Был 4 ключа. Но у меня не все они. Сердце огра. Где-то я сейчас пройти не смогу. Ты что, не умер, блин? Угры снова готовили еду. Такое может съесть только совсем ярый блюдоед. А что, мы есть не будем, да? Ладно. Так, куда я попал в итоге? Еще ключик. Здорово! Зря, зря, зря. Нет, не зря. Нет, зря. Да, зря. На! Так. Опять пути расходятся, разбегаются. Че, просто тупик? В этой игре, походу, просто ничего не может быть. Давай сюда. Вот у меня уже и ключей практически не осталось. Здесь сундук. Ага. Бесполезный. Ну-ка, давай-ка на всякий случай будем с этой фигней бегать. О, видите там что? Аппендикс какой-то на карте. То есть там дальше как-то можно будет куда-то пройти. Вот. А почему она мне не показывает? Или подождите. Вот, что-то показывает. Что-то чувствуете, да? То есть вот портал. Ненавижу. И зачем так надо было делать? Ты что тут делаешь? Так, ну это, знаете, это шанс сбегать. А где ты, по-моему, еще дверь одна была? Я сейчас проходил вот через эту, запомнили? Сюда я заходил, там ничего. Да, тут только огр.
Вот там, по-моему, тоже где-то была дверь. Там, где статуя. Или здесь. Ну-ка, просто зайти сразу посмотреть. Нет, нифига. А, здесь портал. Нет, нифига. Так, ладно, не нужны они мне. Мне нужна закрытая дверь. Сколько ключей у меня? Один. Может, конечно, я и ошибаюсь. Уже совсем путаюсь. Но. Походу, нет. Да чё руки-то не падают? Так, ладно. Пройдем через статую. А здесь тоже туда-обратно зашел? Или тут что-то было? Надо проверять. Здесь нет. Здесь я открыл как раз-таки, да? Хорошо. Открыл, все забрал. Ясно. Да блин, откуда ты взялся? Там тоже нет, там проверили. Нет, тут нет ничего. Все, значит, один путь, и вот у меня один ключ, который еще какую-то дверь мне откроет. Вроде полностью тут обыскали сейчас. Вот сюда. Ну, погнали. Так, сюда я не ходил. Или ходил. Не ходил. Ходил. Сюда я ходил. Сюда, там ничего нету. Вниз я тоже ходил. Вот сюда я пошел. И здесь портал был. Вот тут. Да. А, босс. Ё-моё. Или нет? Бочка. Ключ. Последний ключ и путь дальше. Не, не факт, что босс. Это не босс, наверное. Мрачные пещеры. Ну, наконец-то. Пух. Единственное, знаете что? Во-первых, у меня карта есть, потому что я ее купил. Я там несколько купил, которых у меня неизвестно. И это хорошо. А, блин, ну вот... Поздно, конечно, я нашел. Так, сохраните продолжить на всякий случай. И что я хотел? Я хотел... Вот тут. Два сундука где-то не нашел. Вот могут быть какие-нибудь две бочки. Они могут быть где угодно. Ну, скорее всего, какая-то секретка. Скорее всего, какая-то секретка. Так, вернуться, поискать. Здесь портал далеко вообще? О, вон он. Сразу его активируем. Здорово. Ты один? А ты чё? Всё. Есть портал, а где они? Вот они. Такс. Хорошо. Это что, не пройти, что ли? Так, ладно, отсюда пока валим. Обрытно... Обрытно. Обратно в проклятое. Надо где-то искать этот. Оставшиеся два сундука. Чем я сейчас и займусь. А вот эти две бочки, да? Да. Ну тоже, вроде я их обыскивал. Да, вот эти секретки-то я открывал. Оказывается, просто не обыскал бочки. Теперь все. Проклятые катакомбы пройдены полностью. Ну и продолжим, ребята, мы прохождение уже тогда в следующей серии. Ну и если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.